Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Как и обещал, вечерний выпуск, но уже для вас он будет, наверное, уже ночным все-таки. Ну что, как я и хотел, пойдем с тобой на события. А событие у нас идет выживание. Очень мощные, хотя оно по своей структуре коротенькое, ребят, но по 6 атак, сами понимаете. И награда у нас будет с тобой элитный пак, плюс 2 светлого инвентаря, 250 рун. И в конце вот редкий пак, по-моему, там у нас скользкопев, который у нас есть, насколько я помню. Ну что, сразу, без всяких там промедлений, двигаемся. И будем надеяться, что никаких вылетов у нас не предвидится. Потому что не хочется мне опять тратиться. Так, 6 поединков, 3 волны. Точнее, 6 волн, 3 поединка нас поджидает в этой всей заварушке. Так, ну что, Костолом? Ну, понятное дело, ребят, до 4 волны здесь все будет на изи идти. С 4 волны появляется уже третий дракон, да, и плюс уже там довольно серьезные атаки. Так что в данный момент просто пока кайфуем, смотрим, кто у нас тут будет из противников. Уже мне не нравится, что здесь присутствует шепот смерти. Уже немножко меня это настораживает. Потому что нельзя ни в коем случае позволять пропускать от него атаку. Ну и Костолом тоже, как говорится, слишком сильно с ними не забалуешь. Слава богу, здесь противники красные. Если бы здесь были бы стражи, было бы плохо. Фиол и красный, в принципе, это нам под силу, под разбор. Ну, кто тут будет третьим, я пока не знаю. Пока не разбирается, все нормально. Вот с четвертой волны дело поменяется в корень. То есть после вот этого поединка. Поехали. Бомбим. Молодец, кривоклык. Так, и это, ребята, водорез. Ну, тоже фиол, но... Сам понимаешь, да, почему я немножко переживаю? Потому что он может блокировать, соответственно, понижать броню. Ну и все сопутствующее. Ха! Нормально. То, что он промахнулся, это очень хорошо, это нам на руку идет. Чем больше здоровья мы с тобой оставим на следующие поединки, тем лучше для нас. Можно бомбануть. Отлично. Так, теперь, наверное, водорезика будем. Вот. Все-таки он сделал свой удар, понижает нам броню на барсике. Окей, этот промахнулся. Давай добьем. Здесь понижение брони. И... молодец. Так, пятая волна. Это предпоследняя, друзья мои. Опять же, все-таки шепот смерти берем. Так, подожди, наверное... нам надо как можно быстрее его уничтожить, чтобы он не использовал свой суперудар. А суперудар у него используется на трех. На трех энергиях, на трех ячейках. Что-то как-то у нас тут со здоровьем-то не ахти, ребятушки. Не ахти. Мне не нравится. Блин, ты запарил, а? Этот сейчас, ну он, что он сейчас делает? Он сделает укус. Он сделает обычный укус. Блин. Сможем ли мы его сейчас подбить, уничтожить? Твою налево, не сможем. Придется тогда делать так. Ну что, пламя? Конечно, пламя, ребят. Да ё-моё, ну... И вот она, последняя волна. Уровень, как ты видишь, 18-й. Почти запредельный. Блин. Поехали. Можно было, конечно, залечить раны свои, но я все-таки принял решение бомбануть именно с понижением брони. И, возможно, я не ошибся. Так, барсик сюда. Отлично. Так, водорез. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Трындец. Заблокировал нам способности. Это первое, что он сделал. А второе, это еще и понизил нам броню. Лучше не придумаешь.
Отлично. Ну что, мне кажется, здесь победа будет за нами. Мы можем хильнуться. Ничего он здесь уже не сделает. Все, друзья. Здесь мы, слава богу, справились. Ну что, крутим колесо. Плод мудрости. Интересно. Плод мудрости, это... Что же меня там в конце ждет? Ну, в принципе, ребята, здесь боссов нету. Здесь сами испытания по себе как бы есть боссы. Шторболез, Громоль, Шипорез, Ужасное Чудовище, Дымодышащий, Дикарь, Кривоклык. Так, это у нас предпоследний поединок. Предпоследний, потому что третий бой будет последним. Что у нас тут? Опять же, ребята, Сородич Шепота плюс Дымодышащий. Вон там он прячется. Типа я его не вижу. Здесь пока все легко. На первых, я тебе говорю, первые три поединка, они идут на изи. Поэтому особо тут переживать пока не стоит. Но все равно неприятно, когда потихоньку на тебя разбирает. Видишь, там 4 здоровья отняли, 3 здоровья отняли. Так, а мы будем с тобой накапливать нашу шкалу энергии. Уже начиная с 4-й волны придется ей воспользоваться. Ну давай, что-нибудь там делай. Так, добивка. Ну добивка, конечно. Добивка. Бьем сюда. Делаем понижение брони. Он тоже мне в ответку пульнул. Понижение брони. 3-я волна. Погнали. Удар сюда. Слушай, не будем мы, наверное, тратить с тобой. Ну нет смысла на них тратить хилку, согласись. Потому что 4-я волна не за горами. И хилку сюда бомбить. Хотя мы могли бы ее накопить спокойно. Но все равно я не хочу. Хотя надо было бы, наверное, уже. Потому что здоровье сам видишь. Ох ты, не... хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки вот это будет опаснее, мне кажется. Если брать всех шепотов, вот самое опасное — это вот этот вот. У него вот эта вот волна пронзающая. Блин, а как вот нам теперь вот с ними разбираться здесь? Это потому что еще только 4-я, а ведь 5-я и 6-я впереди. И с каждым разом атака у них будет, естественно, все круче, круче и круче. Они нас вообще тут задебафили, прикинь. То есть кому-то понижение брони сделали, кому-то понижение атаки. В общем, хорошо устроились. Барсик. Ага, предпоследняя. Попробуем как-то выжить здесь, в этих экстремальных условиях. Надо хиляться, потому что у Кривоклыка мало здоровья было. Не нравится мне, вот не нравится этот расклад весь. Куда ты-то полезешь? Блин, Барсик, по-моему, тебе придется немножко залечить. Давай так сделаем. И ведь все равно прыгает на Барсика, ты посмотри. Его хотят уничтожить. Они его хотят уничтожить, друзья. Барсик, давай. Хильнем его. Ну что ты там сделаешь? Что ты запрыгал, засуетился. Последняя волна, друзья. Надо стоять до последнего. Ха-ха, Барсик, тебе везет. Он промахнулся. Так, дебаф повесим на него. Придется опять тратить плод мудрости. Не зря, ребята, нам дают их столько. Смотри, сколько мы с тобой уже прилива. 17 прилива сил. У меня столько никогда не было за всю игру, ребят.
Начну, наверное, вот этого продолжать пинать. Окей. Дебаф. Добивка. Так, ну что, дымодышащий, все. Сейчас мы тебя будем наказывать. Вот неугомонный-то, а. Ну все, здесь победа, друзья. Ну что он тут сделает? Ну, пыхнет там в кого-нибудь. Все, а мы его добиваем. Ну что, крутанем колесико. Заберем нашу рыбку. Свежепойманную, так скажем. Ну и награды, конечно же. Два светлого янтаря. И 250 рун. Приятно. Ну и последний заключительный у нас поединок здесь. Вот Скальскопев, блин, он... Ребят, он... У нас их было, по-моему, 3 штуки. Я двое отпустил. И каждый раз он выпадает. Но в этом паке не только Скальскопев, конечно же. В этом паке еще и ресурсы. Могут быть и руны. Поэтому в любом случае как бы нам надо. А руны мы копим с тобой уже давно. Если не соврать, наверное, месяца 2. А может быть даже и 3. Еще раз повторю, ребята, 9000 рун мне нужно копить, чтобы открыть себе нового наездника. Кто-то посоветовал мне рейд, типа, отправляй беззубика за ресурсами для легендарных драконов. В принципе, я соглашусь с ним. Но в данный момент у меня беззубик находится, во-первых, на поиске дракона, это раз. Я его отправил, которого у нас нету. Это шипорез, насколько я помню. Во-вторых, ребята, чтобы отправлять его за ресурсами, которые нам нужны, это нужно тратить руны. И как бы нету логики. Я собираюсь копить руны и в то же время отправлять Барсика за рунами. Ну, как бы там можно, конечно, бесплатно. Но... Или бесплатно нельзя. Ну, по-моему, можно бесплатно, но не факт, что он тебе будет приносить именно то, что тебе нужно. Как-то так, выкрутился одним словом. Короче, вы поняли, да, что и хочется, и колется. Так, ну что, тут, кстати, знаешь, что неприятно? То, что здесь, оказывается, есть один охламон. Да-да-да. Это сородич сардельки, да, я так понимаю. Который страж. Которого я разбирать буду, наверное, в самую последнюю очередь. Ну, если, конечно, не появится еще какого-нибудь стража. А пока вот приходится вот так вот делать. А потом уже на дебафах как-то выкручиваться. Он еще фаерболами этим бомбит. Да, очень мощными причем. Так, вот она, четвертая волна. Кто здесь добавляется, ребят? Здесь добавляется тройной удар. Фиолка. Тройной удар фиолка, поэтому... Опа, как мы его хорошо скрита-то. Это все, ребята, наш... Кривоклык. Он знает толк вместе. Что, захиляемся маленько. Так, кусаем. Кусаем. Что-то, ребята, назревает. Что-то назревает, потому что я вижу энергия фул. И что-то, наверное, этот охламон сейчас сделает. А что он может сделать? Что-то бомбануть. Но он не бомбит почему-то. Не знаю, что с ним происходит, но он не бомбит и все. Я, наверное, сделаю немножко по-другому. Чтобы обезопасить нашу команду, мы сделаем вот так вот. Понимаешь, да, теперь? Зачем это все было сделано? Не просто так, а чтобы мы чувствовали себя в безопасности. То есть пока он слепой, он ничего нам не сделает. Все его атаки пролетят мимо. Он даже почему-то фаербол не выпускает. Это немножко настораживает и в то же время успокаивает. Так, ребят, предпоследняя волна. Опять же, я начинаю, как и прежде, с тройного удара. Никуда он от нас не уйдет. Его атаки противные, бесят меня. Поэтому надо с ним разобраться как можно быстрее. И еще творит. Ай-яй-яй, ты зря так, парень. Ты зря так шутишь. Хорошечно. Так, кусаем. Ну, что ты будешь делать?
Да как же ты так мощно бьешь-то? И ты еще фаербол, да, зарядить хочешь? Конечно же. Конечно же, он хочет, ребят, зарядить свой супер-пупер фаербол. Поэтому крантарики. Так, ну что? Недогромель. Будем с тобой сейчас разбираться. Всячески тебя дебафить, всячески тебя бомбить. Ага. Силенок-то не хватает на фаербол, да? Конечно, не хватает. Кусь-кусь. И слепота. Все. Все, шарик, ты наш. Ты наш. Да ладно. Даже так ты умеешь. Хилочку врубил. Но она тебе не поможет. Все, друзья мои, событие пройдено. А, тьфу, что это я? Вот это я поспешил, ребята. Событие пройдено, говорю. Сейчас начнут меня тут, наверное, разбирать за мой язык. Я даже не посмотрел, что у нас еще одна волна. Ну, все равно... Блин, тихо, 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 не трогай этого только. Ать! Да-да-да, друзья, да-да-да. Только так и никак иначе. Окей, кусаем. Ты посмотри, что вытворяет. Сейчас еще фаербол полетит. Вот это, ребятушки, вы трешуете. Вот это, ребятушки, вы трешуете. Мне тут, наверное, надо все-таки так делать. Блин, с повышенной атакой. Опять барсика? Нет, нет, не барсика. Давай-ка мы вот так, наверное, сделаем. И вот так. Так оно поэффективнее будет. Фаербол полетит сейчас. Хе, тебя умоляю, парень. У тебя был такой шанс фаербольчик запустить, но ты его не стал запускать. А вот сейчас, скорее всего, запустит. Ты странный, ты малый. Ну, предложение было. Пока. Вот теперь, да, друзья, вот теперь мы события прошли. А то нифига себе я вперед, батьки, в пекло побежал. Ладушки, друзья, давайте заберем сейчас нашу награду. Это пак, где там 100% будет скальскопев. Скорее всего. Ну, еще и крутим, конечно же, колесо. Где выпадает нам рыбка? Так, забираем. Ну, смотрим. Так, рыба нам пока не нужна. Открываем этот пак. Ох, твою ж дивизию, ребята. 5123 железа. Эпическая брошка. Это. Ох ты. Премиум, бремя гнильца. Прикинь. Ох, друзья мои, бремя гнильца. Премиум дракон выпал. Ребят, пишите в комментариях, если кто играет в эту игру вместе со мной, что выпало вам, если вы, конечно, прошли это событие. Нет места, говорит. Найдем сейчас мое место для изменения, для премиум дракона. Я вот быстрее этого уберу. Так, куда его там переместить-то? Как его? В ангар иди. А, извини меня, премиум гнильца? Я поставлю на место. Так, гнилец, пошли. Разместить. Вот здесь вот будет стоять у нас. О, это, конечно, классно, ребята. Премиум дракон выпал. Я думал, какой-нибудь скальскопев несчастный. Но нет. Не скальскопев. Что, если сразу две награды, что ли, получаем? Да, вот это зашибись. Опа-на. Светлый янтарь блестящий и 500 вымпелов. Круто. Так приятно даже. Так, друзья мои, открываем с вами крылатый ужас, чудовище, шепот смерти, барс и вепрь. Следующий пак мы с тобой ставим на открытие. Так, сколько у нас энергии накопилось для события? Ребят, только одна энергия только. Ты серьезно? Ну ладно, давай хотя бы один поединок сыграем, чтобы нам
в следующей серии меньше пришлось с тобой тратить. А вдруг вылет, да? А у нас с тобой бац, и дополнительная энергия есть. Так, ну что, плешивка, сейчас ты получишь свое. Это клыка-крив. Странно звучит. Это криво-клыка, это клыка-крив. Давай мы вот так вот, хоп, задебафим. И барсик мой накажет его. Так, что у нас тут? Я, наверное, вот с этого начну. Массовая атака. Естественно, для того, чтобы залечить раны. И, соответственно, для того, чтобы нанести всем урон. Получил по щам. Так, этот сейчас... Нет, он фаерболом не будет, потому что у него энергии не хватает. Элементарно. Так, куснем. И вот их осталось... Оу, щит. Зелень. Ты будешь работать на меня, зелень. Погнали. Так, так. Сейчас опять плюнет. Ты посмотри, как он бомбит жестко. Зелень, давай бомби по нему. Бомбанул тоже мне называется. Че, кусаем? Добьет сейчас меня? Нет, не добьет. Пам-пам. Сейчас мы на него слепоту будем вешать. Да вот шиш тебе. Захотел фаербольчиками тут побаловаться. Да как же. Нет, я тебе говорю. Шикарно. Ну что, ребят, крутанем колесо. Да ладно, опять рыба, что ли? Нет, это хорошо, что много рыбы. Это хорошо, для прокачки это самый топ. И забираем с тобой загадочный пак. Все, пак мы с тобой забрали. Естественно, здесь это все дело закрываем. Начнем потом с мини-боссика. Так, у тебя что-то новое, что ли, есть? Ты пишешь, там мне новинка у него. Мне не нужны твои новинки, там ерунда какая-то. Отдай мне вот этот загадочный пак. Монетки выйдены. Ловары, крылатый ужас. Ох, ветрокрыл чемпион, ничего себе, ребят. Допустим. А эти уже все, что ли, приплыли? Быстро они, конечно, тут завершают свои задачи. Ну что ж, нарежем новую тогда. Пускай летит за добычей. Так, ты у нас что? Продолжить. Проверка. Пускай летит. И сарделечка. Яйцо. Забияка и задирака. Лети. Так, ну теперь давай посмотрим, кого нам прокачивать. Так, вернись, парень. Я все прощу тебе. И лети, обучайся. Так, ты тоже вернись. Блин. 94 железа. Откуда мне столько железа-то нужно собрать? Так, где у меня этот? Мой любимый рыбный. Нет, это мечекрат. Подожди секунду. Вот он. Так, возвращайся и... Блин, тут 50 железа нужно. Да ёк-макарёк, ну... Чё, вообще что, никого не могу отправить? Да тебе обучайся. В плане академка забита. Бесплатно? Он железо может, да, ребят, на 80 уровне. Пум-пум-пум-пум. Что нам нужно? Что я хотел сделать? Вернись. Лети, тренируйся. За древесину. Нам бы, конечно... Модификрылку бы, конечно, прокачать бы. Согласись, было бы круто. Просто в данный момент вообще никого не могу. Давай громилёда немножко покормим, что ли. Так, где у меня 50 железа? Да ну...
Я даже не знаю, ребят, надо ведь кого-то прокачивать. Так, заберем с тобой всю эту рыбу. Так, мы еще получаем награду, получается. Оп. Загадочный пак. Получить. Шепот смерти, лаварык, защитник. Ну вот как-то так. Вернись. Блин, есть кого можно, ребята, отправлять? Ну, то есть, кого прокачивать, отправлять? По-моему, этого тоже можно. 21 железо. А вот это что такое? Вот это вот, ребята, сладкая смерть, защитник. Давай-ка мы его в ангар переместим. И сейчас посмотрим, что у нас есть в ангаре. Так. Вот этого тоже я, наверное, в ангар отправлю. А из ангара... Так, подожди, а ты? Вот хвостояр. Хвостояр редкий, поэтому его можно, ребят, прокачивать. А вот теперь я посмотрю, кто у меня есть в ангаре из... Ну, премиумов, по-моему, нету. А вот фиолки есть. И посмотри, сколько их. Смотри. Вон их сколько. Крылатый страж. Прикинь, дерево он не может собирать. Этот может и дерево, и рыбу. Плюс железо он может собирать. Вот скорожал не может, к сожалению. А вот этот может. Поэтому разместить сладкоеда по моему указу. Все, сладкоед будет здесь стоять. Дальше. Подожди, нет, какой отправить в ангар? Дальше. Смотрим. Надо вообще действительно вот этих всех зеленых. Это кто у нас? Это у нас хлысторез, чемпион. Тоже разместить. Тут даже можно посмотреть, сколько кто будет. 27 в час. Разместить. Есть место? Есть место. Стой здесь и радуйся. Дальше, кто у нас не используется? Крика Швыр. Крикошвыр. Мы его с тобой отправляем в ангар. Этого тоже мы отправляем в ангар. Тоже в ангар. Подожди. Да, в ангар. Ангар полон. И вместо них мы с тобой выставляем нормальных ребят. Разместить. Так точно. Дальше. Дальше идем, где я там? Подожди, у нас, кстати, здесь вот. Дальше идем в ангар. Тоже. О, смотри, чтобы ему собирать железо, ему нужен всего лишь 52 уровень. Ну, разве это не красота? Всем нужны 80, а ему 52 подавай. Красавчик просто. Так, вот этого мы с тобой в ангар. Это зелень? Нет, это не зелень. Это шторморез. Ничего себе зелень нашел. Снежный призрак. Ловушка лом. За древесиной полетел. Тоже полетел за древесиной. То есть, ты понимаешь, у нас очень много в ангаре драконов, которые могут нормально забирать ресурсы. Крылатый ужас. Так, вернись. 23. Лети за рыбой. Подожди, подожди, за рыбой. Ну да, за рыбой. Так, погоди-ка, а вот этот у нас... Это мечекрат. Лети, родной, лети. За железом. Так, что я еще хотел? Вот этот. Урчамень. Пускай тоже идет в ангар. И урчит там в свое удовольствие. А мы открываем с тобой. И у нас еще тут, ё-моё, у нас и цыпа есть. Но сбор недоступен, железо, конечно.
Тоже сбор недоступен. Сбор недоступен. 80-й. Крылатый страж. Разместить. Хоп. Все, ребят. Крылатый страж. И все готовы качаться. Все готовы, ребята, поднять себе уровень. У нас вот здесь, например, рогобой. А почему рогобоя мы не качаем, а? Я про него совсем забываю. А это тоже, ребята, извините меня, премиум дракон. Вот ледоморда и буйволорда, дикаря можно отправить в ангар. Я говорю, в ангар отправить можно. Опять идем с тобой в ангар. Говорю, опять идем в ангар. Чего непонятного-то? Разместить. Хоп. Покормить. И вот таким вот макаром. А то мы так с собой будем 300 лет железа копить. Вот. Ледоморд, в ангар иди. Так, открываем. И вот тут у нас, ну, последний, я знаю, ледоцип. Слушай, ну ледоципа, смотри, ресурсы собирает вообще. А, ну тут 15 уровень, ну все равно, ребят, тоже можно ее разместить. Все. Вот, все, пускай так и будет. Эти не надо, а то я тогда тоже так что-то нечаянно проверил и купил. Потом локти кусал. Вот эти вот камни нужно, ребята, убирать. Ну, древесины уже нету, к сожалению. Вот этот вот громоль, что он тут стоит? В ангар его. Ты, мармелет, тоже в ангар. Что это такое? Просто какие-то постройки. Вот, и все, и там, по-моему, у нас два последних остается. Как раз эпик, но они без сбора. Без сбора, ребята, железа. Разместить. Вот так вот. Конкретно, да, сегодня дядюшка Рэй тут перестановку сделал. И разместить. Чего такое? А где он? А, вот. Так вот, можно даже сюда. Вот и все, друзья. Вот и все. Пускай тренируется, пускай занимается. Все, потом в дальнейшем будет выхлоп намного лучше, поверь мне. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.